Автор – Наталья Ширингина. Категория образования. Автор блока. Министру труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Дюсеновой. Добрый день. Я мама ребенка-инвалида. В связи с изменением места жительства хотела перевести ребенка в другой детский сад. Для этого я обратилась в районный отдел образования. Мне ответили, что на основании госстандарта постановки детей на очередь дошкольные образовательные учреждения мой ребенок не входит в категорию льготников и что к ним относятся лишь дети инвалидов. Возможно ли в закон о социальной защите инвалидов Республики Казахстан внести дополнение о первоочередном обслуживании в организациях дошкольного образования? Уважаемая Наталья, усиление мер социальной поддержки и расширение спектра социальных гарантий для лиц с инвалидностью осуществляется поэтапно с учетом социально-экономического развития страны. Ваше предложение о внесении дополнения в закон о социальной защите инвалидов Республики Казахстан в части включения детей-инвалидов в льготную категорию для первоочередного получения места в дошкольной организации принято к сведению. Одновременно сообщаем, что введение данной нормы требует внесения изменений в другие законодательные акты, а также обсуждения заинтересованными государственными органами, включая Министерство образования и науки Республики Казахстан. Наш выявительный процесс не заключается только в том, чтобы выявить. Мы находим нуждающихся детей-инвалидов, которые нуждаются в таких услугах. Помогаем собрать полный пакет документов, недосмотр, делаем акт обследования, потом ставим их на учет и предоставляем им услуги. Около 100 детей прошли курсы гидротерапии, около 120 детей прошли курсы гипотерапии, 600 детей получило реабилитационные мероприятия. В общем, в нашем центре обслуживается 800 получателей услуг. Им оказывают услуги 186 сотрудников. Из 800 получателей услуг 400 – дети с особенными возможностями. У нас обслуживаются дети с психоневрологическими патологиями и патологиями опорно-двигательного аппарата. То есть это диагноз ДЦП, Дауна. И у нас есть определенные уже достигнутые приятные положительные моменты. За 2017 год 11 детей, которые не могли стоять на своих ногах, в результате работы, совместной работы родителей, социальных работников, наших специалистов, стали на свои ноги, стали самостоятельно ходить.